Ты снова нам мешаешь? Тенкай-сама, у меня есть отличная идея, как уничтожить Кагэкидан. Отличная идея. Сила Кагэкидан в ее командире Итиро Огами и Марии Татибаны. Таким образом, если бы не было этих двоих... Однако, это не так просто сделать. Я знаю кое-что о Марии Татибана, если использовать эту информацию. Сэцуна, на этот раз я доверяю тебе это дело. Уничтожь Кагэкидан. Я сделаю это. У Марии Татибана было ужасное прошлое, и она бы не хотела, чтобы кто-либо к нему прикасался. Итак, Мария Татибана, я займусь тобой. История 3. Меня лишили звания командира? На этом спектакль «Отряда цветов Золушка» подошел к концу. Большое спасибо за то, что вы пришли сегодня сюда. Мы надеемся на новую встречу с вами. Ну вот, наконец-то я закончил работу билетером. Итак, куда бы пойти? Давайте в кинотеатр заглянем. Мария, Мария! Что? Она не слышит? Мария! Лейтенант? Что случилось, Мария? Ты задумалась? Это на тебя не похоже. Лейтенант, я хочу вас кое о чем спросить. Что такое? Лейтенант, вам часто снятся сны? Да, часто. Ну, я ответил, как я бы ответил, потому что мне правда каждую ночь снятся сны. Да, часто. Мне снились сны, когда учился в военной академии. Снились, когда пришел сюда. Ну, почему ты спрашиваешь, зачем тебе это? Да так, просто. Мария. Что-то случилось? Это на нее, на тебя не похоже. Спасибо за труд, Агами-сан. Касуми, спасибо за труд. Агами-сан, вы только что разговаривали с Марией-сан. Да, но с ней было что-то не так. Она была на себя не похожа. Агами-сан, Юри сказала мне, что Мария-сан сегодня перепутала слова на сцене. Не верится, что Мария-сан может ошибиться, да? Интересно, что случилось? Действительно, что же случилось? Не стоит так волноваться только из-за того, что Мария перепутала слова. Вы беспокоитесь, Агами-сан? Ну, она ведь боец нашего отряда. Только это? Эй, не смейся надо мной. Если бы здесь была Канна-сан. Канна? Агами-сан, вы до сих пор не знаете Канна-сан? Канна Кирисима вместе с Марией-сан дольше всех в отряде цветов. Мария-сан сразу бы повеселела, потому что они общаются очень долго. Здравствуйте, я хочу купить билет на следующий спектакль. Извините меня, минуточку. Агами-сан, с вашего позволения. Работа уже закончилась, куда бы пойти? Пойду к Марии, еще немного поговорю. Ну, Мария подождет, давайте я сейчас пройдусь по помещениям, как обычно. Спектакль уже закончился, а возбуждение до сих пор витает в воздухе. Интересно, куда все ушли? Может быть, они в гримерной или на сцене? Так, в киоск мы можем зайти, купить еще одну открытку? Агами-сан, здравствуйте! На этот раз я играю Золушку. Мария-сан с прошлого месяца продолжает играть принцессу. Мария. Агами-сан, что случилось? Нет, все в порядке.
У меня что-то с лицом? Агами-сан, куда это вы смотрите? Хватит. Давайте купим открытку. Вы хотите купить фотографию? Так, спасибо. Это фотография Каран-сан. Каран-сан мы уже покупали. Так, это фотография Айрис-тян. Ну, Айрис это малолетняя девочка. Ну и нахер. Так, это фотография Сумире. Вот Сумире мне нравится, но мне, по-моему, я ее покупал. Сумире, вот, кстати, из всех девок мне больше всего нравится Сумире. Больше, чем вот это вот главное, как Сакура. Сакура какая-то простушка. А та с огоньком. Это фотография Канны-сан. Давайте Канну купим, потому что я даже не знаю, как она выглядит. Здесь лежат фотографии для зрителей, поэтому вы можете купить только одну. Да я знаю. Ой, какая пацанка, мужеподобная. Ну и нахрен. Нет, 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 я не покупаю. Фотографии Канны-сан в основном покупают родители, потому что их просят дети. Нет, мне не нравится эта баба. Агами-сан, я понимаю ваш интерес, но это фотографии для посетителей. В смысле? Купить нельзя, что ли, ничего? Я не пойму. Ну, хрен знает. Вроде говорили, что можно купить. Не знаю. Столовая, давайте прогуляемся. Опа, кого-то встретили. Так это, по-моему, Канна и есть, которую мы на фотке сейчас видели. Кто-то ест очень душистую пищу. Душистую пищу. Перевод кривой. Очень вкусную пищу. Никого нет, пойду дальше. А пообщаться нельзя с человечком? Давайте вернемся. Нет, поговорить с ней нельзя. Это вот и есть Канна новоприбывшая. Кухня. Пусто. Так, давайте в гримерную зайдем, может быть. Или комнату для костюмов. О, кого-то повстречали. Агами-сан, спасибо за труд. И тебе спасибо за труд. Как прошел спектакль? В следующий раз я впервые буду играть главную роль. И следующий спектакль называется «Золушка». Ведь так? Я этому очень рада. Хм, о как. Но я беспокоюсь кое о чем. О Марии? О Марии? Хм, да, о ней. Мария-сан и сегодня несколько раз путала слова. К тому же, в последнее время она не высыпается, я беспокоюсь. Агами-сан, когда выдастся случай, поговорите, пожалуйста, с Марией-сан. Хорошо, я так и сделаю. Ладно, я пойду, нам нужно привести в порядок декорации. Агами-сан, если вы свободны, приходите к нам, с вашего позволения. Привести в порядок декорации, скажу позже. Значит, нам надо и сходить, и привести на сцену тоже. Кладовая. Агами-сан, хорошо, что вы пришли. Что случилось? Лейтенант, эти декорации могут упасть в любую минуту. Вы не поможете нам? Я решила помочь всем. Мария-сан. Что? Уже скоро? Мария, ты плохо выглядишь. Что случилось? Ничего страшного, продолжим. А, декорации. Я, Гами-сан. А, тяжело. Ого, а Гами-сан, вы такой сильный, я вами восхищаюсь. Мне не очень удобно. Сделайте что-нибудь. Я сейчас буду тянуть канат. Братик, все в порядке. Ты весь потел. Так, позвать на помощь, сука. Тут весь надо быстро. Помогите кто-нибудь. Нет, не надо. Агами-сан, держитесь. Что будем делать? Позовем коменданта? Не говори ерунды. Из-за радикулита он может умереть. Тогда сделайте что-нибудь.
Братик, держись, Айрис тебе поможет. Хватит уже. Я, братик. Айрис, ложись. Что? Что? Братик? Айрис и все остальные живы? Опа, вот она появилась. Это новоприбывшая Канна. Эх, слабак. До такой степени. Эй, ты, быстрее тяни канат. Ого, держит декорации одной рукой. Ты... Наверное, чего-то боишься? Кто это ты? Канна! У меня пропал весь багаж. Канна, все в порядке? Канна, это девушка? Нет, корабль, на котором я добиралась сюда, затонул. Мне пришлось плыть. Плавает? Да уж. Кстати, у нас одних? 1, 2, 3 новеньких. Да? Сакикара гя-гя вамететанога антакай? Намайва? Значит, это ты шумел? Как тебя зовут? Агами Итиро. В прошлом я был лейтенантом на флоте, а сейчас я командир Кагекидан. Чой-сан-кай! Доли-де ии цурагамай-стеру-ваке-да. Кини-итта-йо. Это лейтенант? У вас такое выражение лица? Мне очень нравится. Канна, шинжин-но Сакура-то-Коран-йо. Канна, это Сакура и Коран. Йо! Сигуди Сакура десу. Ярошку онегайшимас. Сигуди Сакура, прошу любить и жаловать. Учи Рикора я, ярошу на? Я Корон Ри. Анта, эрай отоку не миеру кедо? Прошу любить и жаловать. Ты очень похож на сильного парня, да? Аригато йо. Демо атай ва о... На, да, зе. Спасибо, но Атай девушка, ведь так? Канна, йоку каэтте ките крета. Канна, хорошо, что ты вернулась. Комендант Юнеда, это... Киришима Канна. Киришима. Юкю карате, Киришима рю кейшоша. Киришима Канна. Анагуми зэйн сюгода. Продолжатель линии Кирисима Рюку Карате. Итак, весь отряд цветов в сборе. Юшихани! Сасибури! Комендант, давно не виделись. Кирисима Канна. Она последний боец отряда цветов. Она может разбивать камни. На самом деле, когда корабль начал тонуть, я похолодела от страха. Ну, насчет тебя все были спокойны. Больше всего беспокоились о Сумире. Что вы говорите? Ах вы... Ха-ха-ха, вы все те же, теперь я спокойна. Ты поехала в Окинаву, чтобы заниматься карате. Это очень далеко. Нормально, я там родилась. К тому же на Окинаве лучше всего тренироваться. Что? А Мария? Она недавно ушла к себе. Что-то она не очень общительная. Все в порядке. Лейтенант, сходите к ней. Куда сходить? Так, ладно, скажу ладно. В принципе, я и так понял, что... Ладно, зачем, я не понимаю, но я пойду туда. Можно не идти. Командир, какой вы быстрый. Вы ведь были лучшим учеником военной академии.
Покажите мне, как вас учили драться. Я? Увидимся, лейтенант. Командир, сначала устроим поединок. Поединок? Атаи будет нападать, а вы обороняетесь. Что? Я не знаю карате, я не смогу защититься. Все в порядке. Я покажу вам последовательность вадза. Сначала я буду называть название вадза, запоминайте. Сначала удар в нижний уровень, затем удар в живот. И в конце мавасигэри в голову. Понятно? Начнем? Приступим, командир, попробуйте. Я забыл, сначала удар в нижний уровень. Командир, это очень хорошо, что вы отразили мою атаку. Теперь удар. Ну что, сможете это остановить? Так, защита живота. Удар в живот, остановитесь. Вы от ударов защитились, это очень хорошо. Тогда моя последняя атака. Удар в верхний уровень. Командир, все в порядке? Вот это был удар. У меня в одну секунду побелело в глазах. Извините, вы очень сильный, поэтому я ударила со всей силы. Но, командир, вы не зря были лучшим учеником военной академии. Вы смогли отразить все мои атаки, и пусть я бил не в полную силу. Да, командир, после тренировки у вас не болит живот? Может быть, вы попробуете специальное блюдо канны? Командир, вы сможете есть? Приятного аппетита. Так, блин. Так здорово, я как раз проголодался. Ладно, хватит болтать, пойдем скорее на кухню. Ого. Командир, пока Атаи готовит, подождите в столовой. Хорошо, подожду. Подожду еду, которую сделала Канна. Уже поздно. Еще не готова? Канна, еще не готова? Еще немного, подожди, пожалуйста. Ничего не поделаешь, подожду еще. Так долго. Быстрее! Канна, я голодный. Замолчите. Вы же мужчина, подождите молча. Хорошо. Ого, долго еще ждать. А вот и я, пожалуйста. Что это? На рисе лежит что-то черно-красное. Черная свинья с мамордикой, зажаренная с красным и черным перцем. Это очень вкусно с жареным ячменем. Почему красный перец такой красный? Ха-ха, не обращайте внимания. Не стесняйтесь. Ну и ну. Это блюдо побывало в огне, а вкус соленый. Но нужно терпеть до последнего. Это вкусное, очень вкусно, Канна. Ха-ха, у тебя даже еда получается дерзкой. Ну, я с детских лет занималась только карате. Выхода не было. Канна, я тебя еще почти не знаю. Может быть, ты расскажешь о себе? Спрашивайте все, что хотите. Как ты сюда попала? Откуда бы начать? Атаи, до этого ты, наверное, только карате и занималась. У Атаи нет ничего, кроме карате. Нет, кроме карате есть кое-что еще. Я все время так думала, но я и не подозревала, что буду выступать на сцене.
Кроме карате, Атаи может заниматься и другими вещами и радовать людей. Меня заметила Аяме-сан. Я никогда не забуду свое первое выступление. Я играла мужскую роль. Перед Атаи поднялся занавес, ведь так всегда бывает, и первое, что я увидела, это ослепительный свет. Ничего необычного, это был свет прожектора для подсветки. Этот свет дорог для меня, как мама. Хотя мама умерла рано, и я не помню ее лица. Вот оно что. Поэтому я до сих пор играю на сцене. Вот так я сюда и попал. Скажи мне о карате. Это серьезная тема. Я не смогу сказать, как нужно, но ведь у каждого есть свой образ жизни, ведь так? Кто-то всю жизнь работает в поле, кто-то всю жизнь ловит рыбу, а кто-то хочет стать богатым. А кто-то, как я, хочет стать сильнее. Но мне кажется, что я не ответила на ваш вопрос. Честно говоря, Атаи тоже не понимает, чего я хочу. Быть сильной или, может быть, когда я отвечу на этот вопрос, я перестану заниматься. Ты соскучилась по Императорскому театру? Он изменился? Конечно, изменился. Появилось аж 3 новеньких. О как. К тому же и бойцов стало больше. Теперь мы будем есть из одного котла. И ты наш командир. Понятно. Прошу любить и жаловать, Канна. Есть. Не стесняйся. Что? Уже поздно? Действительно, мы все время проговорили. Командир, до завтра. Командир, я кое-что забыла вам сказать. Что? Мне кажется, что Мария выглядит плохо. Может быть, вы узнаете, в чем дело? Хорошо. Ладно. Спасибо за вечер, до завтра. Действительно, они уже долго общаются, мне нужно поговорить с Марией. Но я все равно не понимаю, что с ней происходит. Ладно, я уже сыт, поэтому пойду к себе в комнату. Так, а что, с Марией мы не будем говорить, что ли? Мария, что случилось? Лейтенант. Ничего не случилось. Мария. Точно? Ты что-то бросила? Что это? Лейтенант, это... Это медальон. Вы его нашли? Да, только что вот здесь. О как. Извините, я его искала. Тогда я тебе его возвращаю. Большое спасибо. Красивый медальон. Вам нравится? Да, он очень красивый. Нет, ничего. Большое спасибо, с вашего позволения. Этот медальон, может быть, он имеет отношение к тому, что Мария не здоровится? Может быть, он связан с прошлыми снами? Мария, что за сны ты сейчас видишь? Наверное, мне это приснилось. Снова тот случай. Враги?
передачи идут одна за другой. Все собрались? Нет, Мария-сан пока не пришла. Мария-сан опаздывает, это не похоже на нее. Извините, что опоздала. Так, позову Марию, вызову, нажал. Мария, все в порядке? Ты плохо выглядишь? Со мной все в порядке, не беспокойтесь. Комендант, лучше расскажите нам об обители тьмы. Угу, итак, все в сборе, поэтому начнем совещание. Роботы обители тьмы появились в Цуидзи. Оттуда поступил сигнал от жителей. В Цуидзи? Они появились в районе Кавагути, в квартале заброшенных домов. Мирные жители пока не пострадали, поэтому нужно справиться с обителью тьмы, пока не возникла паника. Хорошо, мы поняли. Канна, долгожданный выход. Мы доверяем вам, Агами. Есть. Итак, бойцы, покажем им всю мощь, как и Кидан. Выступаем. Кири-кири-басара, умбатта, он кири-кири-басара, умбатта, он кири-кири-басара, умбатта, он кири-кири-басара, умбатта. Ха-ха-ха-ха. Повелитель тьмы добрался и дотсюда. Покажем ему. Псы столицы империи. Вы опоздали. Вторая печать шести позиций в этот момент уже открыта. Не оставляйте их живых. Он приказал нас атаковать. Агами, этот робот — посланник повелителя тьмы. Он временный. Если его победить, то можно сразу прекратить этот гам. Вперед! Есть! Хорошо, это первый бой Атаи. Вкладывай боевой дух. Здесь это... Достаточно убить ихнего босса. Добраться даже, не то что убить, а добраться до ихнего босса. Здесь не обязательно убивать всех вот этих вот роботов, которые здесь на карте. Тех, что уж по пути прям мешаются, мы убьем, а так можно не за ними не гоняться. Можно вот так вот ускорить перемещение. Учимо гамбарасете мурау де.
командир, как лучше сражаться Атайи? Атакуй спереди. Я так и знала, вы хорошо понимаете своих друзей. Конек Атайи — это карате, поэтому лобовая атака у меня получается лучше всего. Да, это боец ближнего боя. Стой, перемещение. Что они там вдогонку за нами что-то кинулись, сукины дети? Так, вот может быть сейчас заняться вот этими роботами, которые нас преследуют, или хрен с ними? Да, наверное, и хрен с ними. Да, я думаю, с ними хрен. А может быть тут есть возможность обстрелять вот этих преследователей? Нет, нет такой возможности. Не, они сроду нас не догонят. Thank you.
Но, тем не менее, отвлекаться, наверное, на него я не буду. Идем вперед.私が倒すしかない。私の出番ですわね。気合を入れるぜ、チェスト！今日は私が倒すしかない。Давайте этого все-таки атакуем. Недобиток. Так, раз, два, три. На четыре клетки она атакует. Значит, перемещаем ее тоже. Так, ну в принципе нам не надо с ними связываться, нам нужно просто двигаться к цели и все. Не буду я только с ними воевать. Да, ну вот. Есть, поймали. Ха-ха-ха-ха, ты так думаешь? Агами-сан, мальчик, который не успел убежать. Осторожно, Агами-сан. Что? Нам делать, командир? Я помогу ребенку. Сейчас ребенок провалится, там, по-моему, ловушка или что-то в этом. Заканчивай. Есть. Глупо на поле боя думать о чем-то другом. И уплыл.
Кто здесь? Вы заметили? Кто это? Я не пойму, слева, смотрите, слева же эта девка в очках. Она что, сообщник злодея оказалась? Вот ты и попал к нам в руки, Огами Итиро. На этом атака закончена. Что это? Руки и ноги не двигаются. Сате, Огами-кун. Огами-кан, я покажу тебе, чем я могу помочь. Яхо, Огами-хан. Ого! Омае, замая. Огами-кан, видите? Додане, Огами-кун. Ну и как, Огами-кан, как тебе нравится передел команды? Смотрите, эта девка предательницей оказалась, сука. Что происходит? Мы тебя переделаем, и ты станешь новым орудием обители тьмы. Что? Са, Коран. Коран. Благодаря твоим умениям. Аратанару доши. Син Огами Итиро о танжо сасеру но да. Коран, благодаря твоим умениям родился новый Огами Итиро. Йосу, макасуки. Хорошо, доверьтесь мне. Прекрати. Прекрати, Коран. Я ураши ва. Учи иппен чинтай кайзо ятте митакатта я. Здорово, я попробовала совершить изменения за один раз. Прекрати, прекрати, Коран. Дайжоу я. Добуц джикке яттара шиппай шита кото най я. Все в порядке, когда я проводила эксперименты на животных, все было в порядке. Нет, дело не в этом. Са, итай кото най кара. Джитабата сэнто, учи не макастуки. Это не больно, не крутись, доверься, доверься мне. Прекрати, прекрати, пожалуйста. Ога, Огами, Огами-сан. Что случилось? Отлично. Похоже, он проснулся. Так это, друзья, был сон всего лишь, слава богу, это был сон. Огами-сан, все в порядке? Вам что-то приснилось? Да. Что со мной случилось? Похоже, вы сильно ударились. Во как. Наверное, это были типы из обители тьмы. А вот и она. Огами-сан, вы проспали на больничной кушетке 3 дня. Значит, все-таки она не предательница, как я понимаю. Ну, слава богу, я уж испугался. Огами-сан, больно? Немного. Голова болит. Уже все в порядке. Ничего особенного, все в порядке. Айрис, очень беспокоилась. Братик. Извини, Айрис, что заставил тебя беспокоиться. Все в порядке, командир. Ничего особенного. Я и людей лечить умею. А она хотела переделать. Что? Что такое? Почему вы так пристально смотрите мне в лицо? Нет, ничего. Слушайте, ну я уже даже не знаю, неужели она правда? Я не знаю, это может быть вещий сон, может быть вот это вот...
В очкастая девка и правда предательница, хрен его знает. Посмотрим дальше, что будет. Агами-сан, выпейте это лекарство. Братик, это лекарство. От чего? Ого, что это? Вы слишком ко мне внимательны. Каран, это лекарство действительно подойдет? Блять, я ей не верю уже. Это лекарство изобрела я сама, не беспокойтесь. Его изобрела Каран? Это лекарство? Быстрее, у меня все ба... Братик! Да. Превосходный результат, рана заживает на глазах. Но есть и побочный эффект, сильная сонливость. Не думайте ни о чем и попытайтесь уснуть. Вы все правильно сделали. Послушайте. Все, Агами-сану необходимо поспать. Что это? Айрис, помолчи, ладно? Мне скучно. Спокойной ночи, Агами-сан. Пусть, неужели она правда предательница? Что-то она мне как-то подозрение... засеялась у меня. Насчет этой... Как они называются? Ремесленницы. Она же там технику любит. Еще и, как видите, и... лечить умеет. А может быть, не лечить, а что-то похуже. Кто там? Что такое? Кто-то рядом. А, руки. На лбу. Холодные руки, но очень приятно. Ушла. Эти холодные руки, чьи они? Слушайте, походу все-таки вот эта вот Каран, она и правда предательница. Что-то она мне не нравится. Похоже, снова кто-то пришел. Ого, Агами-сан, видите? Можно? Каран. Что такое, Агами-сан? Вы здоровы? Я видел тебя во сне. Вы видели меня во сне? Ладно вам, замолчите. И что это был за сон? Как будто ты переделываешь мое тело. Ха-ха-ха, это очень интересно. Агами-сан, я очень люблю возиться с механизмами. Но мне кажется, в теле человека совершенно не нужно ничего переделывать. Человек лучше всего. О как. Ха-ха, вы сказали очень хорошие слова, извините. Берегите себя, с вашего позволения. Похоже, обо мне все беспокоятся. Не нужно, у меня все. Угу. Лейтенант. Мария, что случилось? Ничего, я просто проходила мимо. О как, спасибо. Нет, извините меня за то, что я вас отвлекла. Извините, я как командир вынужден заниматься этим. Почему ты убегала? Что, я не пойму, тут кривой перевод. Что? Я спрашиваю, почему ты тогда убежал? Это дети? Это дети? Лейтенант, я могу сказать только это. Ваши раны, которые вы получили в последней битве, это ваша вина. Вы слишком увлеклись одним человеком и упустили из виду врага. В результате еще больше горожан подверглись опасности. Вы этого не понимаете? Это не так.
Нет, это не так. Я бы ни за что не смог бросить того ребенка. Наш долг – защищать мир в столице империи. Что может Кагэкидан, если он не может помочь ребенку? Что может отряд цветов? Не знаешь? Лейтенант Агами, такие поспешные мысли приводят к отрицательным результатам. Командир отряда цветов рисковал жизнью ради одного человека. Это бессмыслица. Мария, это уже слишком. А что, если бы вы спасли ребенка, но вместо него умерли бы сами? Лейтенант, тогда бы вы смогли выполнить долг командира отряда цветов? Мария, твои слова правильны для военного, армейского человека, но бросить ребенка я не мог. Если бы я в результате этого умер, я бы сделала то же самое. Тот, кто поддается сиюминутным эмоциям и теряет из виду общую ситуацию, не может быть командиром. Лейтенант Агами, вы были неправы. Я хотела сказать вам только это, с вашего позволения. Тут дальше в игре идет очень кривой перевод, поэтому я не говорю дословно, что они пишут, а пытаюсь как-то в голове немножечко привести в порядок то, что тут написано. Могу и, кстати, неправильно переводить в порядок. Я ошибался? У Марии есть свои причины. Действительно, у Марии есть свои причины. Если бы я тогда бросил ребенка, тогда бы я наверняка смог победить врага. Но жизнь того ребенка была бы потеряна. В любом случае, нужно еще раз поговорить с Марией. Что? Я слышу. Что вообще случилось? Мария, успокойся. Ведь помочь ребенку в тот момент было естественно, не так ли? Почему ты злишься? Это не имеет к вам отношения. Что это значит? Мы так долго общаемся, но... У тебя от меня есть секреты? Неужели Атае нельзя доверять? Это не так. Мария всегда была такой, всегда. Не доверяла другим людям. Нужно поговорить. Атае, а то я разгромлю эту комнату. Извини, Канна, я действительно не держу на тебя зла. Извини, что я так себя веду, хотя мы давно не виделись. Атае не любит, когда Мария такая. Ты должна со мной поговорить. Канна. А, Канна пришла. Так, спрятаться я не буду, специально спрятаться не буду. Командир! Канна? Ты подслушивал? Нет, все было не так. Я все видела. Я не знала, что вы такой. Канна. Нет, снова голова. Я теряю сознание. Я? Агами, с завтрашнего дня вы уволены. Новым командиром буду я. С сегодняшнего дня Айрис будет командиром, поэтому, братик, ты больше не нужен. Агами-сан, вы нас разочаровали. С завтрашнего дня вы будете работать прислугой в доме Канзаки. Вот как, я так и знала. Хорошо бы, если бы меня переделали. Это ваш провал. Это ваше поражение. Неважно. Переделаем. Провал командира. Все, все. Лейтенант, вы
слезы Марии. Мария плачет? Почему ты, Мария? А? Что здесь? Агами? Агами-сан? Аями-сен? Держитесь, Агами-кун. Ведь эти кун, эти сан, хрен пойми, здесь. Вы упали перед комнатой Марии, вы не помните? Я бы не смогла перенести вас в медицинский кабинет, к тому же уже поздно, поэтому вы здесь. Как вы себя чувствуете? Вам еще плохо? Вы очень сильно страдали, поэтому я дала вам лекарство. О как. Извините, я вам очень обязан. Хе-хе, ладно уж. Заботиться о вас и об отряде цветов — это моя работа. Более того, видеть беспокойство в людях — это черта моего характера. Я уже давно только и делаю, что забочусь о людях. Узнаю, Аями-сан. Что? Аями-сан, почему вы здесь? Меня перевели в главный штаб в Гинзе. Теперь место моей работы здесь. Но что случилось, Агами-сан? Вы очень сильно страдали. Если хотите, я выслушаю ваш совет. Я провалился как командир. Давайте поплачем всю жилетку. Я провалился как командир. Что? Фразу «провал». С фразу «вы провалились как командир» произнесла Мария. Мои действия были ошибочными? Да, Мария была права. Агами-кун, если вы сейчас не выздоровеете, кто будет защищать столицу империи? Легкомысленные поступки лучше не совершать. Только вот никто не знает, что значит поступать правильно. Если вы хотите знать мое мнение, Агами-кун, на поле боя нельзя колебаться. Важно всегда знать, к чему могут привести те или иные действия. Нужно всегда стараться, чтобы потом не пришлось раскаиваться. К тому же надо разговаривать с Марией, ведь она раньше была командиром. Так точно. Хорошо, ладно, вы можете идти. Так, давайте погуляем пока. О, кого-то встретили в библиотеке. Что? Это Каран там спит? Действительно, Каран спит в таком месте. Отнесу Каран в комнату. Выхода нет. Нужно отнести ее в комнату. Что? Каран, извини. Все в порядке. Что? Ты легче, чем я думал. Боец отряда цветов, который тоже управляет Кобу. Действительно, обычная девушка. Итак, куда же ее нести? В свою комнату, в комнату Каран. Ну давайте в комнату Каран, конечно. Потому что если я ее отнесу в свою комнату, она будет на меня гнать, скорее всего. Ну... типа я такой стеснительный и скромный, конечно. Ладно, отнесу ее в собственную комнату, она рядом. Просто мне кажется, это было бы правильнее в данной ситуации. Каран, мы в твоей комнате. Каран, проснись. Да, да. Агами-сан, почему вы здесь? Что? Это не библиотека? Перед моей комнатой? Ты заснула в библиотеке, поэтому я принес тебя сюда. Я подумал, что ты можешь простыть. Вот оно что. Спасибо, Агами-сан, я вам очень обязана. Я хотела кое-что проверить и уснула. Ладно, буду уже ложиться спать. Извините за беспокойство. Не стоит, Агами-сан, спокойной ночи. Спокойной ночи. Нет, наверное, все-таки она не предательница, я думаю. Не предательница. Надеюсь на это. Иначе, если будет, она окажется предательницей, я не вынесу такого поворота сюжета. Спокойной ночи, Каран. Итак, я потерял много времени. Нужно быстрее найти Марию.
Так, давайте в комнату для гостей схожу. Мария подождет. Никого нет. Конечно, едва найдется кто-нибудь. Но провал командира, о котором говорила Мария, это был действительно мой провал. Так, в холле давайте проверим. Может, кто есть? Днем здесь сидят богатые зрители. Марии ее нет. И на террасе ее нет. Так, давайте в комнате проверим, а то вдруг сейчас время закончится и меня спать отправят. В комнату Марии заглянем. Мария, наверное, у себя? Это Агами. Мария? Мария, ты здесь? Похоже, что ее здесь нет. Куда же она ушла? Это Агами. Действительно, ее нет. Пойду дальше. Нужно обязательно поговорить с Марией. Так, давайте в комнату к Сакуре заглянем. Это самый мой преданный, так сказать, самая моя преданная подружка. Сакура? Никто не отвечает. Наверное, все уже спят. Нет, Сакура тоже не отвечает. Так, может быть, Айрис нам что-нибудь подскажет? Похоже, она уже спит. Да, она спит, не буду ее будить. Сейчас на первом месте не встреча с Айрис, а разговор с Марией. Пойдем. Так, в Сумире что там может сказать нам? Сумире, ты в комнате? Ты что, ты вообще никого нет дома? Так, где же... Сумире, ну-ка в комнату командира, может быть, зайти? Так, это моя комната. Аями-сан, комната Аями-сан. Это Агами. Агами-кун. Видите, неправильно, то Канто-сан. Ну почему-то, ну пускай как... Агами-кун, найдите, пожалуйста, Марию. Да? Так, ну в комнате для гостей ее точно нет. В холле ее нет. Так, на первый этаж тогда. Лейтенант? Мария, подожди. Лейтенант, оставьте меня в покое. Мария, послушай меня. Нам не о чем говорить. Мария, подожди. Ха-ха-ха-ха. Ого. Этот голос... Мария Тачибана, боец русской революции. Или тебя можно называть Кувасари? Ого! Боец революции? Кувасари? Что это такое? Кисама но шоутай, вага Кроноскай га миябуттари. Мы видим насквозь твое истинное лицо. Бойцы столицы империи защищают справедливость, но на самом деле они жестокие дьяволы. Ах ты. Кисама но сужо о накама ни сираретаку накуба. Има суну сугата о мисео.
Если твои друзья не знают твое происхождение, покажи свое настоящее лицо. Исчез. Мария, что это такое? Это один из людей обители тьмы, который сражался в Цуидзи. Его имя Сэцуна. Мария, я пойду за тобой. Все в порядке. Лейтенант, если вы думаете, я или вы думаете, что я поддалась на провокацию, извините меня. Что это было? Куласари, боец русской революции? Что это вообще? Мария, ты мне ничего не скажешь? Спасибо за внимание. Продолжим в следующей части.